Здарова всем и добро пожаловать обратно в Варлок проходит Enter the Gungeon. Кидаем кубик, стоп, рано, нажать play надо сначала, что ты хоть. Кидаем кубик и двойка, пилот, ура. Здравствуй, мой дорогой, давно мы с тобой не виделись, окей. Третья победа, будет ли она у нас в кармане? Прошлый забег был отличный, игра нам подфартила очень сильно со шмотками. Я много затупов взял, я читаю все комментарии. Я, кстати, всегда читаю все комментарии. Просто не всегда отвечаю по разным причинам, потому что, ну, если я буду отвечать все время на все комментарии, то я вместо того, чтобы делать видео, буду отвечать на комментарии. Соответственно, ну, я все равно все читаю. Любые советы, которые вы пишете, я очень благодарен всегда и стараюсь читать, во всяком случае, все. Вот. И я видел, да, свои затупы, что я не понял, что надо телепортироваться в зеленый рот, сам потом можно, ну, я еще в самом забеге расчехлился, но вы мне это благодарственно написали, благодарю вас, очень полезная информация. В принципе, потом я только начал уже тупить к концу забега, там забег намного более опасным был под конец, чем мне хотелось бы, но это как раз вот мой любимый тип забега. Я бы предпочел не сливаться так, конечно, по здоровью в конце, чтобы не так стрёмно было. Но, тем не менее, это все равно мой любимый вид забега, когда игра дает нам инструменты для того, чтобы, если ситуация станет критической, мы могли все равно добиться успеха, даже если начнем, ну, и даже если мы затупим и потеряем много здоровья, чтобы у нас был запасной вариант. А пока... Ключ, не, убей его. Мы убили его. Я даже перекатом его ударил, видели? Не знаю, насколько это было эффективно и сколько это нанесло урона, но я его попытался головой задушить. Это было весело. Хорошо. Что мы хотим на этом забеге? Мы играем пилотом, но сначала любое оружие. Что угодно, что стреляет лучше, чем эта какашка под названием бластер. Верный бластер или старый бластер, или как он называется. В любом случае, его давно пора сменить. 1000 лет, как прошло его время. Его уже не то, что с производства сняли, его уже, блин, запретили для использования во всех армиях галактики. Не из-за того, что он неэффективный, а из-за того, что у солдатов, которые его используют, случаются сердечные приступы, блин, когда они пытаются просто по мишеням стрелять. Ну, я не знаю, куда я шел с этой шуткой, но куда-то шел. Короче, смысл в том, что мы желаем получить любое оружие, которое будет для нас более эффективно на боссах. Комнаты, ладно, на первом этаже я еще потерплю. Но боссы нет. Вот Эскалибур, например. Не мой идеальный вариант для уничтожения боссов. Но знаете что? За неимением ничего лучшего я соглашусь на Эскалибур. Я даже его в комнатах буду понемножку использовать. Потому что, ну, просто так проклятие я набирать все-таки небольшой фанат. Без серебряных пуль. С серебряными пулями я теперь чувствую, что я буду очень сильно уважать проклятие, когда, ну, и буду его брать даже в бесполезные для этого случая, когда, ну, у нас просто предмет, дающий проклятие. Наверное, мы не будем мусорную пушку покупать. Что-то мне подсказывает, что мусорная пушка сегодня куплена не будет. Не знаю, с чего у меня такое ощущение. Ну, не знаю, что меня может убедить купить мусорную пушку? Ничего. Только если у нас вдруг станут бесконечные деньги, прям вообще бесконечные, но это вряд ли. Так, ладно, зеленый сундук мы открываем. Кстати, знаете что? Вот косвенно то, что добавили ключи зверей в игру. Во-первых, новый предмет. Чего? Пули шанса. Хорошие рандом. Окей. Так, еще раз. Иногда выстреливает пули из других оружий, которые у тебя с собой. Вау. То есть? Ну-ка, проверим. Иногда будет вылетать выстрел, который из Эскалибура. Но, видимо, не работает со стартовой пушкой. Ну ладно. Нам, в общем, еще одно оружие надо хотя бы найти, чтобы это проверить, судя по всему. Интересно. Звучит как что-то, что может быть супер полезно. Если эта пассивка позволяет выстреливать пули, такие как, например, черные дыры, РПГ,
Партикулятор. Рельса. Если эти пули тоже будут вылетать, если это не только распространяется на какие-нибудь простые автоматические оружия, то мы в шоколаде. Ну, пока что мы не в шоколаде, потому что у меня ни одной из этих пушек нету. Я не знаю, что я радуюсь. Но в будущем теоретическое применение, я имею в виду, мы в шоколаде, как те, кто играет в оружие постоянно. Что у меня будет еще возможность, тысячи возможностей проверить эту комбо. Разные варианты этой комбо. Но звучание мне этого пассивного предмета очень нравится. Осталось только вот на практике увидеть его эффективность. Патроны мастерства нас, опять же, не то чтобы интересуют, но... Зачем пропускать удары, когда можно их не пропускать, да? Знаете, убью из бластера пилотского, чайка. Чтоб тебе стыдно было. Чтоб ты своим детям боялась эту историю рассказать. Хм, шипастая броня, окей. Интересная... Пассивка, которая может одновременно быть и веселой, и опасной. В принципе, идеальный вариант пассивного предмета. Плюс дополнительный ключ в секретной комнате тоже радует. Я не знаю, броня шипастая меня всегда забавляет ее использовать, но надо вовремя остановиться, главное. Что, ключ, и знаете что? У нас есть ключи, почему бы не начать запасать броню? Я думаю, это не самая плохая идея, возможно, это даже очень хорошая идея. Опять же, мы играем без патронов мастера, поэтому любые способы повысить собственную выживаемость нас интересуют. Ну и броня дала нам, собственно, броню. Броня шипов, я имею в виду. Так, немного гидрирования, залить в себя немножко водички. И давайте думать дальше, что будем делать. Во-первых, сразу алтарь. Алтарь снимает проклятие. Я не знаю, снимает ли он с Эскалибура проклятие, но сейчас узнаем. Что у тебя? Да, вроде бы... Вроде бы он снимает проклятие. Ну ладно, пока что я не буду его использовать, посмотрим. Может, наберем каким-нибудь образом проклятие дальше. Да, ну у нас точно есть проклятие, которое нам дает Эскалибур, потому что мы видим вот этого красного противника. Наверное, не лучшая идея сейчас стрелять из Эскалибура во всех подряд. Ну, только вот в таких ребят, как Железные Девы, конечно, я не побоюсь потратить боезапас. А так-то, конечно, лучше делать вот так. Намного эффективнее. В принципе, мы можем сейчас превратиться в персонажа рукопашного боя против большинства врагов. Практически ничто на этом уровне не устоит против наших перекатов боевых. И, ну, то, что мы бессмертны в процессе переката, конечно, дополнительное преимущество. Вот эти ребята, наверное, устоят. Хрен. Ну, вот видите, опасность. Опасность этого оружия, так сказать, этой пассивки в том, что я буду тупить и налетать на врагов. Но мы попробуем. Я все равно обожаю броню шипов, но давай, буду использовать ее, постараюсь использовать ее, скажем так. Я не могу ничего обещать, но постараюсь ее использовать разумно, не слишком нагло. Хотя я обожаю саму идею брони шипов, она мне очень нравится. Ну и против красных, естественно, хэштег точка нет. Вау, класс, патроны на Эскалибур кончились. Окей. Знаете что, ребят? Идите нафиг. Против красных я слишком боюсь, что провтыкаем. Ну, что слишком рано я сделаю перекат и получу урон. Думаю, это не самая лучшая идея. Синий сундук дает нам пушку-подушку. Окей. Пушка-подушка, в принципе, меня радует. У нее никаких особых преимуществ нет у этой пушки. Она просто иногда оглушает противников, насколько я знаю. Но, вау, мини-босс. Окей. Я не знаю, кстати, как он называется. Но пока что я его обзову фиолетовым священником. Потому что я такой оригинальный. Мамочки. Но я его плохо знаю атаки. Но я точно знаю, что он обычно дропает хорошие штучки. Наверное... Пустышки, если будет страшно, можно поиспользовать. Пока что я скажу честно, его атаки так уж прям супер страшными не выглядят. Ну, лох как лох. Просто стреляет. Ничего опасного. Может, он в зависимости от того этажа, на котором он находится, разные атаки использует. Но точно скажу, что патронов на него уже ушло до хрена. Блин, и мышка еще что-то глючит. Мышка, ты, блин, в такие ответственные моменты прекращай это делать. Не, по-любому он окупился. Пустышка. Деньги, боеприпасы, ключ. Он того стоил. Короче, этот чувак, это моя новая любимая фишка в
supply drop апдейте. Он дает нам дофига всего. Это то, что я думаю. По-моему, я этот предмет знаю. Ну, либо я думаю, что я его знаю. Какие дешевые. Смотрите, какие амулеты дешевые. Золотой амулет за 66. Круто. Это ботинки двойного переката. То есть я теперь могу перекатываться и во время в полете делать еще один перекат. Знаете что? С шипастой броней это делает... Вау. Мы превратились в мастера кунг-фу. Я вам отвечаю. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Окей, этот забег официально превратился во что-то прекрасное, просто чудесное. Факт того, что мы можем теперь перекатываться два раза подряд. Ну, смотрите, как это работает. Может, я недостаточно точно объяснил, что происходит. Во-первых, фея, какого хрена? Да, фея, я тебя не ожидал увидеть здесь. Ты не была приглашена на этот праздник, прости. Да, может, я недостаточно точно объясняю, что происходит с этими перекатами. Смотрите, во время полета я могу сделать второй перекат. То есть я вот начал перекат, лечу такой, и оп-оп, и делаю второй перекат. Оп-оп, соответственно, во-первых, дальность моего переката косвенно так увеличивается. Оп-оп, и задавили всех. Как дальность переката увеличена, так и его эффективность. И по ходу, если я правильно понимаю сам себя, то я могу... Например, через пропасти в легкую перескакивать. Вот так вот. Оп-оп. Оп-оп. И ты тоже иди сюда. Короче, мы будем всех мочить в рукопашную. Это может немножко дольше будет, но я давно об этом мечтал. Плюс, по идее, при желании мы можем какого-нибудь противника два раза ударить перекатом. Правильно? То есть, пока мы летим, мы бессмертны. И во время второго переката мы тоже бессмертны. Так что, если мы первым перекатом не добиваем врага, то мы всегда можем добавить еще второго переката. Да, точно! Вау. Это идеальная комбо для брони шипов, по моему мнению. Ну, наверное, не только по моему мнению. Это тупо увеличен урон брони шипов в два раза. Вот раз, и с куста увеличен в два раза урон. Так, ну, с этой подругой я прикалываться не буду с броней шипов. Совсем не то, чем я хочу сегодня заниматься. Но... В любом случае, двойной перекат следует использовать хотя бы для уклонения. О, я вижу дополнительные выстрелы, которые происходят из-за того, что мы... У нас пассивка рандома. Пассивка вот этой случайности. Окей, естественно, на эту хрень не действует урон с перекатов. Как я мог сомневаться в этом? Под этой хренью я подразумеваю веселую пимпочку, которую призывает змея. Окей, знаете что? Какое бы у вас там звание не было. Сука, я надеялся добить ее этой пустышкой. Да, дополнительные выстрелы вылетают. Интересно, тратятся ли при этом боеприпасы на пушку-подушку? Не тратятся. Это тупо дополнительные выстрелы. Окей, я обожаю эту пассивку, значит. Ампула с ядом, давай, залезай к нам в тусовку. Ты почти никогда не бываешь с нами. Ты очень редкий гость. Я попробую использовать ампулу с ядом эффективно. Ничего обещать не буду, честно. Я не уверен в своих способностях это делать. Я постараюсь всеми силами, чтобы ампула с ядом не чувствовала себя ненужной. Но никаких, абсолютно никаких гарантий. Так, этот парень, мы к тебе вернемся. Прям сейчас. Ну что, друг, 30 денег? Я мастер по выбиванию винчестера. Мы уже в 25-й раз именно вот эту игру винчестера видим. О боже. Вы видели? Вылетел выстрел из пушки-подушки вместо стандартного. Ну, что я вам хочу сказать. Из-за этого мы потеряли один патрон на игре винчестера. И вот мы увидели антикомбо. Ну, а что сделаешь, да? По-моему, у нас без вариантов, да? Нет, есть варианты. Выстрелить абсолютно вертикально. Вот так, вот так. И смотрите, какой снайперский выстрел. Почти. Почти получился. Немножко не хватило. Еще новый предмет? Окей. Зомби-пули. Незаконченное дело. Что? Простите, зомби-пули? Я буду пулями зомби создавать? Иногда возвращает боеприпасы, когда промахиваешься. Да, не так круто, как мне казалось. Я, если честно, надеялся, что мы будем создавать зомби, когда будем убивать врагов. Я бы предпочел это, но типа зомби-пули
что когда мы промахиваемся, они регенерируют нам боеприпасы. Вопрос в том, боеприпасы регенерируются именно когда промахиваешься. Ну, я знаю, что я звучу дебилом, потому что это очевидно написано на предмете, что когда промахиваешься, они регенерируются. Или боеприпасы регенерируются, когда проникающий выстрел тоже попадает. Потому что если когда проникающий выстрел попадает в стену, то это совсем другой разговор. Это делает все оружия, которые... Оу, ампула с ядом крутая. Ампулу с ядом усилили. Смотрите, какая огромное пятно яда. Окей, ампула с ядом нормальная. Пассивка, активка. Я ее раньше вообще не уважал, но сейчас вроде нормально стало. Все-таки опасно. Броню шипованную опасно использовать, и надо быть осторожнее с этим делом. Деревянный сундук. Ты пассивку мне даешь, да? Ботинки. Тяжелые ботинки. Дают иммунитет к отталкиванию. И в секретной комнате дробовик пустоты. Ладно, здесь нам ничего не нужно. Ну, нам нужно ключ, но у нас денег нету. Пойдемте избавимся от проклятия. Как вы думаете, хорошая идея? Я думаю, что с пивом пойдет. Окей. Вроде бы нас избавили от проклятия. Не знаю, сколько у нас там его было. Наверное, по идее, должны были с Эскалибура снять проклятие. Не знаю, так ли это работает или не так. Но в любом случае, мы идем на следующий этаж. В общем, шипастая броня, скорее всего, будет концом моим. Ну, не в том смысле, в котором вы подумали, а в том, что, скорее всего, я проиграю забег из-за шипастой брони. К сожалению, я не могу остановиться. Наверное, знаете, что мы будем все-таки дробовик использовать на этом этаже, а не пушку-подушку. А пушка-подушка на боссе как-то получше катит. Я не могу остановиться и не использовать шипастую броню в комбинации с двойным прыжком. Как? Простите. Я пытался сделать двойной прыжок в воздухе, но трюк не удался. Давай, сделай это. Да-да. Я как в этих, в китайских фильмах летаю. Ну, в китайских, не то что боевиках, а типа кунг-фу фильмов. В фильмах, особенно если это где-то в средневековье китайском дело происходит. Как они там, когда дерутся, они там... Классная озвучка, молодец. А еще отличный бросок ампулы с ядом, просто лучший. Как они там, фух-фух, летают такие, от стен отталкиваются. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Вы смотрели такие китайские фильмы? Когда они кунг-фу дерутся, и они прямо по комнатам парят. Земли не касаются, в воздухе дерутся. Так вот у нас сейчас такой билд. Ну, правда, я в основном из дробовика врагов убиваю в этой комнате. Но это потому, что комната мудацкая. Как только попадется нормальная комната, я сразу начну использовать кунг-фу. Потому что я знаю кунг-фу. Кунг-фу! Я знаю кунг-фу! Нет, я перекатился через него! Вы врете! Я через всех них перекатился. Окей, тележки портят кунг-фу. Тележки — это единственный метод остановить кунг-фуиста. Ахаха, обманул тебя. Я его обманул, он попался на мою ловушку, ублюдок. Окей, нет, лазеры. Я вовремя остановился, но недостаточно вовремя, потому что умер. Наверное, это означает, что я недостаточно вовремя остановился. Но я не умер, конечно, но... Смотрите, что вы думаете насчет этого? Насчет пули кубика? Насчет D6 пуль? Или что там? Какой там кубик на этих пулях? Мне пока что-то не впечатляет. Скорее всего, потому что у нас нет ни одной мощной пушки. Нам нужно что-нибудь. Ракетница. Ох, мусорная пушка, блин. Пошла бы. Еще один отличный бросок ампулы с ядом. Ампула с ядом. Я приношу извинения от лица своего... от лица, собственно, своего. Мое подсознание случайно тебя бросает все время в пропасть. Я не знаю почему. Оно тебе все еще не доверяет как предмету, видимо. Какие-то детские травмы с ампулой с ядом связаны. Это прозвучало намного более мрачно и стрёмно, чем я предполагал. Должна была быть глупая шуточка. Получилось как про самоубийство шутка какая-то. Я прошу прощения. Я не хотел. Я больше так делать не буду. Наверное. Только если не специально. Окей, двоих одним ударом. Отлично. Ну, мне нравится то, что мы делаем здесь с этими перекатами. Очень нравится. Теперь бы что-нибудь для выживаемости. Какой-нибудь предмет. Любой предмет, который дает нам много-много жизней. Знаете, что нам нужно? Бессмертие. Любая активка, дающая бессмертие.
Это не совсем то. Друг, ты так и хочешь, чтобы я у тебя что-нибудь купил? В принципе, я не против. Например, цельнометаллическая оболочка нам пригодится. Потому что на патронное мастерство нам наплевать. Просто с высокой колокольни. С самой высокой. Поэтому я с радостью возьму у тебя цельнометаллическую оболочку. Пускай она нас защищает. Босс. С пушкой-подушкой, блин, на босса. Ну ладно, погнали. Это всего лишь танк. Просто обычный голимый танк. На него яд не действует, поэтому больше не кидай в него ампулу. Это будет к лучшему. Я еще вот только что обратил внимание, что пуля-кубик. Окей, знаете что? Одну секунду. Как эта пассивка называется? Потому что я дебил. Так, пули шанса. Шансовые пули. А как по-русски так интересно сказать? Пули... Пули шанса. Ну, почему бы и нет? Пули шанса. Хорошо. Шанса нетка. Одинокая пуля. Разными выстрелами стреляет. И быстро прогорает. Не знаю, это было типа... Шансонетка, да, только я даже не знаю, собственно, мотива этой песни. Поэтому как-то не очень получилось. А я обратил внимание, что пули шанса дополнительные выстрелы добавляют даже от дробовика. Но только от дробовика вылетает не целая горсть выстрелов, а всего лишь один маленький дробовиковый патрончик. Одна дробиночка. Одна дробинка вылетает. И в танк она не попадает, и ведь дальность у нее низка. Одна дробинка, это мало, нам нужно больше валендровей. Я боеприпасов не набрала, и танк не умер поскорей. Та-та-та-та-та-та. Окей, знаете что, этот бой длится примерно в 10 раз дольше, чем я себя чувствую комфортно в этом бою. У меня вообще никаких нет желаний продолжать это сражение, я вам честно скажу. Я поэтому был бы очень благодарен танку, если бы ты просто коньки откинул и все. Прям ты доставил бы мне огромную радость. И на тебя, блин, кончились патроны. Знаете что? Нам придется, блин, танк убивать из гребаного дробовика пустоты. Зачем я кинул эту фиговину, не знаю. В смысле, ампулу с ядом. Все равно у него иммунитет к яду. Ну ладно, запугать, мы его запугали. Рельса, ох, мамочка. О, спасибо, спасибо, игра. Я очень ценю, спасибо тебе большое. Так, рельса, это означает одно. Рельса означает то, что у нас теперь должны пули шанса использоваться. Ну, либо я надеюсь, что они будут использоваться. Что тот факт, что рельса заряжаемое оружие, не испортит пули шанса. Было бы очень обидно. Ладно, посмотрим. Пока что походим с дробовиком и посмотрим, будут ли выстреливать рельсовые пули. Во-первых, надо перестать получать тупой урон, потому что тупой урон — это совсем не то, что я хочу видеть в данный момент в своей жизни. У нас все еще нет никакого выживаемости. Никакого выживаемости. Рельса выстрелила, это послучилось. Окей, рельса будет стрелять. Это меня радует, вы не представляете, насколько это меня радует. Любое оружие, короче, которое у нас есть, оно сможет иногда выстреливать рельсовые выстрелы. Моя первая мысль о том, как сделать это эффективным — максимальная скорострельность. Любое оружие с миллионом патронов. Кактус, клоббе, что угодно, в чем куча боеприпаса. Такие бесполезные херовые оружия, которые так-то и даром не нужны, но в данной ситуации они будут нормальные. Знаете что, этот орел, орел пойдет. Я вот честно говорю, пойдет. Сейчас я доиспользую дробовик, потом на подземный орел переключимся. И если он будет рельса иногда постреливать, я буду счастлив. Ну, тут еще такой вопрос возникает. Если у нас рельса, и мы хотим, чтобы наше оружие чаще всего стреляло рельсой, логично, что мы хотим тогда выкинуть другие оружия, чтобы вот пушка-подушка не стреляла. То есть нам нужно максимально снизить количество оружия в инвентаре. И это очень интересный факт, потому что обычно мы хотим накопить как можно больше пушек. Кстати, управляемые пули... О, да, детка, запишите на мой счет, я буду счастлив. Управляемые пули с рельсой... Окей, этот забег начинает срываться с петель.
Я вам говорю, мы за рулем. Сейчас мы секретную комнату откроем. По-моему, она была внизу. Этот забег будет шикарен. Я уже чувствую это. Даже пистолет пилота наконец-то станет нормальным оружием. Смотрите, он точность. Самая главная фишка, которую, ну, я до этого не учитывал, ну, либо не очень учитывал. Управляемые пули, они дают максимальную точность. Блин, это не здесь. Здесь? То есть, нас больше не интересует никакие повышения точности. У нас всегда пули по прямой летят. И это очень круто. Я открою зеленый сундук ключом. Я отмычки даже не буду использовать. Отмычки — это на всякий пожарный. Не более того. Ох! Массовый дробовик. Еще одно мощное оружие, которое, по идее, нам не нужно использовать. Мы можем его просто с собой таскать, и оно будет работать, правильно? Я, кстати, знаю, что мы не накопили брони за этот этаж. Вот у нас сейчас загвоздка в том, что у нас нет выживаемости. Повысить любым образом выживаемость, и мы в шоколаде. Взять активный предмет на бессмертие, либо на лечение. Что-нибудь. Потому что у нас, ну, у нас вообще ничего нету, чем. Смотрите, вот берем мы, например, дробовик этот, и он будет стрелять и рельсой, и, во-первых, самонаводящиеся выстрелы — это просто сказка. Самонаводящиеся. Я вечно буду называть их самонаводящимися. Это, ну, что сделаешь? Такая вот у меня судьба. Называть всех самонаводящимися. Особенно, когда мы сейчас начнем рельсами выстреливать, это будет, наверное, выглядеть впечатляюще. Я напомню вам, что у нас просто есть рельса. То есть мы можем просто переключиться на рельсу и ходить с рельсой. Или с массовым дробовиком. Что, наверное, намного более разумно, чем то, что я сейчас проделываю и теряю вот красные сердца. Просто так. Потому что выеживаюсь. Но с управляемыми пулями дробовик пустоты, на самом деле, очень-очень рулит. Все пульки летят в одной маленькой штучке. Никакого разброса. Отличное все. Знаете, что еще больше будет рулить в таком образе? Массовый дробовик. Управляемые пули. Опять никакого разброса. Все шикарно, да? А еще знаете, что будет лучше рулить? Гребаная рельса, блин. Окей. Когда ты в последний раз ходил с рельсой? Скажи мне. Я тебе скажу, кто ты. Потому что если ты с рельсой ходил вчера, то ты читер. Потому что вчера у тебя не было рельсы. Какого хрена нам не использовать рельсу? Вот скажите мне, неужели она так часто выпадает, что я уже решил, что я блатной и мне она не нужна? Ну, есть один вариант, почему ее не стоит использовать. Потому что вот только что мы выстрелили из рельсы, а вместо рельсы у нас из дула вылетел выстрел пушки-подушки. Это было не очень приятно, поэтому в основном будем использовать все-таки массовый дробовик. И надо аккуратнее его использовать, то есть использовать наведение. Держать прицел на противниках. Это, кстати, хорошая тренировка. Но я вижу уже двоякость этой штуки под названием управляемые пули. Управляемые пули, пули шанса. Фишка в том, что, например, наше мощное оружие, та же рельса, делается хуже из-за пуль шанса. Очень интересно. Вот меня подмывает сейчас пушку-подушку выбросить и выбросить эскалибур, но не думаю, что это прям уж хорошая идея. Так, там где-то ключ. Рельса, но мы должны его вычислить. Не, ха-ха, не убежал. Собака бешеная. Вот, видели? Рельса провтыкалась только что таким образом. В общем, да, я вижу двоякое использование. Ну, я говорю, план у нас такой. Когда мы почувствуем себя в порядке, то мы просто повыкидываем лишнее оружие. Более того, знаете что, для максимальной эффективности мне бы хоть сейчас их выкинуть. Но я что-то очкую. Лучше в пожиратель скормить, намного лучше в пожирателях скормить. Дело в том, что пожирателя может не быть, но хотя у нас не было еще ни одного пожирателя на этом забеге, да? Соответственно, шансы на его получение велики. Я забываю совсем о шипастой броне. Не надо забывать. Видишь противника рядом, просто мочи его первым. Снайперская винтовка. В принципе, я готов к ее покупке. Опять ты? Ты так и хочешь, блин, чтобы мне что-нибудь продать на этом забеге. Я, в принципе, не против. Так-то. По большому счету. Но у меня нету денег. Стал технику пустышек надо.
Снайперская винтовка это классно, но сталтехника пустышек, естественно, поинтереснее будет для нас. Как раз тот защитный предмет, о котором я говорю, которого у нас нету. Знаете что, я похожу с вот этим пистолетиком. Будем надеяться, что он нам будет давать выстрелы рельсой. Ох! Ну не знаю. По-моему, глупость сейчас использовать какие-то оружия, кроме массового дробовика. Ну не то, что глупость, но... Блин, у нас нет такой шикарной ситуации по выживаемости, чтобы я позволял сейчас нам херней заниматься. У нас вообще, да, точнее, нет никакой выживаемости. У нас, блин, одно красное сердце. Пойдем, знаете что, откроем-ка. Я открою зеленый сундук, буду надеяться, что там будет апельсин. Пускай он нас полечит полностью. Это не апельсин, это пуля любви. Ну, я даже открывать этот не буду патрономикон. Подозреваю, что эти пули зачаровывают врагов. Логично. Вот, блин, нам нужна стала техника зачарования, я вам говорю. Вообще, блин, у нас стала техника зачарования, да, стала техника пустышек. Вообще у нас двойной перекат, я, блин, каким образом у нас возникают проблемы с выживаемостью с двойным перекатом? Кто мне скажет? Я должен уклоняться от всего, но нет! Я уклоняюсь от минус всего. Потому что мне так интересно попробовать эти пассивные предметы новые, что я, блин, слишком агрессивно действую. Зачем? Не делай этого. Не тупи. Тебя мама учила не тупить. Вот не тупи. Босс. Ну что, пойдем на него с одной пустышкой и одним красным сердцем. Почему бы и нет? У нас есть рельса. Это всего лишь красный. Я уже сожалею о содеянном. К тому же какие-то тормоза непонятные. Блин, игра. Ты чего? Мы тут с красным деремся, ты это прекращай. Собака, на тебя яд действует, интересно? Хрен. Хрен на него действует, а не яд. Да, я жалею, что пошел в этот бой с боссом. С такой слабой подготовкой, но двойной перекат. Опять же, двойной перекат рулит. Слишком сильно его использовать не требуется, потому что я могу запутаться и загнать нас в ситуацию, когда... Двойной перекат не будет полезен, а будет вреден. Но, блин, давайте будем честными. Этот красный почти мертв. Осталось совсем немного до нашей победы. В принципе, чтобы выжить, мы должны просто два удара не получить. Пока я это говорю, последний выстрел из рельса его добивает. Мы полностью полечимся. Патрон мастерства используем для лечения. Спасибо, игра. И еще и героиня. Героиня. Хоп-хоп, героиня. Хоп-хоп, героиня. Хоп-хоп, героиня. Ах ты, героиня. Хоп-хоп, блин. Так. Знаете что? Героиня все еще в бане. Я вам это говорю со стопроцентной ответственностью. Что не в бане? Все остальные оружия, да? Рельса точно не в бане ни в какой. Не надо мне тут рассказывать про рельсу мою. Рельса не будет забанена никогда. Но я думаю о том, например, хочу ли я эту героиню скармливать. В каком виде будет вылетать выстрел героини? Будет он вылетать в виде дополнительного выстрела маленького или большого заряженного? Вот в чем вопрос. Если это будет большой заряженный выстрел, то героиня крутая дополнительная пушка. Сколько вот выстрелов у нас вылетает таких слабых? Так, все, идите нафиг. Я вас когда-нибудь зачарую кого-нибудь? Ну, наверное, херово зачаровывать, когда всех ваншотишь. Но теоретически эти зачаровывающие пули могут быть хороши, очень хороши. Игра. Я попрошу тебя дропнуть мне сейчас максимальное здоровье. Кобура с сердцем. Это ледянка. Оу, оу, ледянка отражается от стен. Прикольно. Но... не совсем то, что я хочу. Но мы попробуем. Это что за покемон? Покемон. Это для отмычки. Закрыто. Блин, черт побери. Где-то мы видели секретную комнату. А я попробую ее открыть. Не знаю, на что я надеюсь. Надеюсь, что там не будет сундука, на который у меня нет отмычки. Вот что я надеюсь. Здесь? Стоп. Где секретная комната?
Эй! Здесь? Что ли? Эй! Не понял. В конце. Возле выхода, да? Ну, тут же еще может быть какая-нибудь суперсекретная комната, да? Супер полезная. Броня. Окей, знаете что, это того стоило? По-любому. Ключей нет, ничего нет. Сталтехнику пустышек мы не купили, у нас не было денег. Мы идем на следующий этаж, что я вам скажу. Какие у нас шансы? Забег очень интересный, очень странный. Очень странные пассивки. Интересные, но странные. И у нас такая комбо какая-то, как, блин, какой-то салат, который делал я. Поскольку я не повар, я беру, рублю все большими кусками, складываю в миску, наливаю майонеза, у меня получается салат. Вот примерно такой же у нас забег сейчас салатный. Тут все есть. Все. Его много, оно вроде нормальное, все само по себе. Но если честно, вот так вот собранное в кучу, оно что-то меня не сильно прет. Ну, ледянка веселая, да? Вот она заморозила противника. Класс. Ну, на самом деле, ледянка лучше, чем может показаться. Потому что после заморозки мы можем врага просто добить. Плюс она рикошетит от стены, мы ей управляем дальше. После того, как она срикошетила уже. Но вот такие комнаты будут для нас очень неприятными. Если только мы не возьмем в руки рельсу. Чего я не знаю даже, стоит ли избегать или стоит наоборот это делать. Там где-то я услышал, что голова лежит скелетская. Где? Не успел! Я не успел, мама! Мама, я не успел! Пожалуйста. Ребята, давайте жить дружно. Мне эта броня нужна на следующий этаж, я вам гарантирую это. Окей, я вроде приловчился использовать двойной перекат в бою. Я предлагаю отсидеться, я никуда не пойду. Я буду сидеть за вот этим столбом, пока эти ублюдки не подойдут ко мне, и я их не расстреляю из дробовика. Идите нахер. Скелет уже подходит. Скелет, почему он не был зачарован? Почему этот скелет, блин, не был зачарован? Скелет, я попрошу тебя зачароваться. А этот ублюдок не может быть зачарован. Я вам говорю. Это в чёс. Это еще не все, да? Ну, естественно. Вот, его мы зачаровали. Давайте его убьем сразу. Нет чего тут. Знаете что? Вот вам ампула с ядом, подходите. Сами умирайте. Мне некогда этим заниматься. У меня более важные дела. Можете обратить внимание, что шипастую броню я практически не использую. Мне страшно. Я боюсь, я не хочу. Я не хочу умирать. Давайте во вторую руку что-то скорострельное. Например, ледянку. Я не очень эффективно наши боезапасы использую, я знаю. Но я не уверен, что это то, что сейчас нам нужно. Эффективно использовать боеприпасы. Нам сейчас нужно выживать. Жить. Хранить эту броню, одну, которая у нас есть. Она одна, но она в тельняшке. Поэтому я не думаю, что какой-то есть смысл в большой экономии. Даже маленькая экономия может для нас быть смертельна. Эта броня, это может то, что стоит между нами и смертью на лече. Поэтому я сделаю все, чтобы ее защитить. Я буду пустышки жертвовать. Все буду жертвовать. Но пустышки глупо, потому что нам еще с этим, с драконом разговаривать. С драконом у меня пока что разговор ни хера не короткий, поэтому лучше тоже шутки не шутить лишний раз. Окей. Нет, нет, хэштег точка нет. Пошел вон. Пошел вон, мой любимый молот. Двойной перекат помог в той комнате. А-па-па-па-па-па-па! Управляемые пули! Дружите со мной. Еще одна броня. Лучший день моей взрослой жизни. Окей, совсем другой расклад. Я уже счастлив. Уже я счастлив. Так, мы одного зачаровали. Нет, 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 убивайте друг друга. Мы должны их поссорить. Как в крутом гангстерском фильме. Две враждебные группировки начнут друг с другом воевать. И тут появимся мы на сцене. И арестуем всех к херам собачьим. Красный сундук. Пожалуйста, будь мимиком. Я прошу тебя. Он не мимик. Ладно, хорошо. Не мимик, значит не мимик. Нам всего лишь один ключ нужен. Это реально добыть. И там будет, в красном сундуке будет свинья. Будет поросенок. И это гарантирует нам победу. Вы, можно, смотря на наши расклады, можно сказать, что я слишком сильно драматизирую. Что все нормально на самом деле. У тебя, блин, крутые пассивки. У тебя мощное оружие. Одно из самых сильных оружий в игре. Наверное, самое эффективное для зачистки комнат оружие в игре. Да, моя смекалка, видимо. Потому что этот прыжок, это было что-то. Но кто не рискует, тот не умирает в мучениях пропасти.
самое лучшее для зачистки оружия. Для зачистки оружия противник в игре. Массовый дробовик. Да, я знаю. Я в курсе. Знаете что, массовый дробовик плохо делает? Быстро он ничего не зачищает. Нужно 5000 лет, чтобы зачистить комнату с массовым дробовиком. А это близко к смерти. Кстати, алтарь открываем отмычками. И... ну, мы хотя бы точно уйдем на следующий этаж с полным здоровьем. Мы сюда можем скормить лишнее оружие, хотя особой разницы между этим и выкидыванием на землю я не вижу. Не вижу. Окей, мы в углу. Спасибо, двойной перекат, ты меня спас хотя бы от одного удара. Мне кажется, что мы бы пропустили два, чисто из-за моей собственной тупости. Потому что кто-то не умеет обращаться с ампулой с ядом, что говорила мне моя мама все время. О боже, варлок. Да, моя мама называла меня варлок. Варлок, ты не умеешь обращаться с ампулами с ядом. Ника, подходи больше к моему котлу. В котором я не пытаюсь назвать свою маму ведьмой. Это была шутка про то, что... мама, я знаю, ты меня смотришь, не обижайся. Надеюсь, ты меня не смотришь, честно. Я очень надеюсь, что ты меня не смотришь. Не то, что я говорю что-то плохое про тебя. Точнее, ну это было первый раз, я, наверное, про тебя пробовал шутку пошутить. И вообще, это не про тебя, это персонаж варлок. Шутки шутит. Смотри, мам, есть я, а есть персонаж варлок. Поэтому все, что персонаж варлок говорит, это я теперь таким образом отмазался, и мне можно говорить все, что угодно. Я могу сказать: убить всех евреев! И это сказал не я, это убил, сказал этот персонаж варлок, да? О, ну, что я сделаю? Он такая, я его не контролирую абсолютно. Как это называется? Болезнь психическая. Да ну что вы, господи, это называется актерское мастерство. А я в этом актерском мастерстве не одну собаку съел. Двух. И одна из них была пудель. Так что я разбираюсь в этом деле. Что нам еще нужно на этом забеге? Урон. У нас, несмотря на все наши, блин, комбо, я говорю... да, у нас есть супер оружие для зачистки комнат, оно защищает очень медленно. Да, у нас есть куча пассивных предметов, интересных пассивных предметов. Очень интересных, я не спорю, этот забег очень веселый. Но, блин, я бы хотел победить. А для победы ему не хватает чего-нибудь ударного, ударного инструмента. Вот тупо активный предмет. Нам нужен нормальный активный предмет, вот что. К херам все оружие, все пассивки, выживаемость, там, все такое. Дайте мне нормальный активный предмет. Дайте мне клавишу. Дайте мне, так, боеприпасы, наверное, на рельсу. Дайте мне клавишу. Дайте мне что-нибудь. Большого этого, большую шишку. Пожалуйста, я прошу вас. Что угодно, что, блин, даст мне возможность защищать комнаты, которые мне не нравятся. Например, вот такие, как это. Или пассивку какую-нибудь, которая нам поможет. Слава яйцам, ключ. Я думал, этого никогда не свершится. Мы сейчас пойдем и откроем красный сундук. Я знаю, сейчас. Но я надеюсь, что в красном сундуке не будет какой-то отстойной пушки. Типа электрошокера, или как он там называется. Мы нашли дракона, окей. Ладно, возвращаемся за красным сундуком. Пожалуйста, пассивку. Просто даже, знаете что? Пускай в этом красном сундуке будет гребаная кобура с сердцем. Пускай, но спаси меня, игра. Гребаная. Я так и думал, что оружие. Ладно. Совсем не то, что я хотел. Мне нужна была там пассивка. Нормальная пассивка. Окей, хорошо. Все нормально. Не-не, я тебя зачаровал-то. Я тебя зачаровал, словно в темный лес попал. Да чем на тебе женился? Ты же просто, блин, скелет. Па-па-ра-па-ра-па-п. Магазин. Еще в магазине нас может ждать крупное спасение. Но я не говорю, что продавщица там имеет пышные формы. Но она такая симпатяшка. Массовый дробовик, да, видите, он тащит, но с ним надо действовать тактически. То есть мы должны туда-сюда, тыры-пыры, тра-ля-ля, там, из-за угла высовываться, выстреливать. Мне нужно что-нибудь, чтобы бам-бам-бам-бам-бам, мы всех убили. Ну, естественно, что я здесь вижу?
Грёбаный, блин, ядовитый свинец. Ну и что, могу я его проигнорировать? Мне позволят проигнорировать ядовитый свинец? Наверное, нет. Наверное, нам босса надо убить и взять этот свинец. Или надеяться на то... Или открывать зеленый сундук и надеяться, что в нем будет пассивка, которая нас затащит. Что мы на боссе будем использовать? Дарельсу, наверное. Смысла нет выеживаться с чем-нибудь другим. Все остальное у нас мэ для боссов. Рельса, две пустышки. Шансы есть. Класс. Особенно если рельса будет стрелять не рельсой, то... Знаете что? Если у нас будет секунда передышки, то надо выкинуть пули... Окей. Знаете что? Вот так вот, да. Надо выкинуть пули, которые... вот эти вот... Это было плохое время для того, чтобы выкидывать эти пули. Почему я их выкинул? Потому что они портят рельсу. Я знаю, они очень веселые. Прям обхохочешься. Я их возьму обязательно проходить комнаты. Но сейчас, если... Рельса самое сильное оружие. Я не хочу стрелять ничем другим. На кой хер? Вы видели, что рельса ваншотила ножи? Это очень круто, я вам скажу. Такое не каждый день бывает. Лучше, конечно, бы ножам не давать приземляться, использовать пустышки. Хотя с рельсой я подумал, вот что, наверное, пустышки надо было оставлять для каких-нибудь критических ситуаций. С другой стороны, двойной перекат дает нам иммунитет ко многим очень неприятным атакам дракона. Ну, вот эта атака, она не то что неприятная, но там можно иногда провтыкать. Вот здесь вот можно тоже провтыкать. О боже, вы не понимаете, игра... Какого черта ты делаешь? Дайте мне какое-нибудь лазерное оружие. Двойной перекат нас спас уже, я не знаю, в 25-й раз на этом, в этом бою. И все, до свидания. Больше он нас не спасет. Сейчас будем двойным перекатом уворачиваться. Рельса моя была готова к тебе, нож. Сосайте мой тунец, мистер дракон. Вы видите количество атак, которые он делает? О, боже мой. Это свершилось. Чудо! Какое, блин. Вот ублюдок. Так, надо, чтобы мои эти любимые патроны не упали в пропасть. Я постараюсь не использовать двойной прыжок здесь, потому что я не уверен. Меня эта атака вообще раздражает. Я, как ни странно, ну это самая простая, блин, боссовая атака в игре, но я все еще не умею ее хорошо проходить. Не то, что хорошо, я вообще никак ее не умею проходить. И тут, знаете что, вот. Массовый дробовик самое то. Наверное. Я не уверен, на самом деле. Наверное, массовый дробовик не самое то. Судя по тому, как долго мы убивали это сердце. Ну, со следующего захода убьем. Просто допрыгай до финала, не пропуская в лицо. Все будет нормально. По большому счету, даже если мы в лицо пропустим, это не смертельно, но мне чисто уже из принципа. Отлично. Принцип был защищен. Просто... Хорошо, очень с принципом мы обошлись. Я счастлив. Забираем обратно патроны. Патроны мастерства, жди меня, а я вернусь. Вопрос. Ядовитые выстрелы или ключ и открываем зеленый сундук? Я думаю... А, у нас не хватает денег. Уу! Хе-хей, просто не хватает денег. Упс, упс, не получилось купить ядовитые выстрелы. Я не хотел их покупать на самом деле. Черепашья пушка. Черепашье кольцо. Он совсем другой разговор. Я хотел выкинуть наше слабое оружие. Теперь я не знаю, стоит ли это делать. Что мы здесь хотим еще купить? Больше ничего. Пустышка бесполезно покупать. А-а-а. Ну как бесполезно? Мы еще секретку не нашли. Она где-то есть, наверное, здесь. А вдруг в секретке что-то супер хорошее? Я ее не нашел. Так что мы не узнаем, было ли там что-то супер хорошее. Можно было купить автомат Томпсона, на сундуке попробовать отмычку использовать. Но я думаю, это была плохая идея. Ну, я думаю, мы правильно поступили, абсолютно открыв зеленый сундук. Мне кажется, что даже если бы у меня денег хватало на ядовитый свинец, я бы, наверное, все равно выбрал зеленый сундук. Скорее всего, да, я бы очканул и выбрал зеленый сундук. Но, слушайте, так-то у нас все нормально. Кроме той ситуации, что у нас все плохо. Какие мы будем оружие использовать? Давай.
У нас есть, знаете что? У нас есть рельса, которую мы будем лича разрывать этой рельсой. Хорошо, пускай лежит. Нет, не так. Не пускай лежит. Рельса в качестве стартера. Другие оружия в качестве финишера в комнатах. Бум, стартер. Хорошо, убили одного врага. Убиваем еще нескольких. Стой, просто стой, не двигайся. С двойным перекатом они тебя не смогут зажать. Я сказал, я сделал. Я потому что рельсу собираюсь перезаряжать, когда мы... Отличная рельса, просто моя любимая рельса называется совсем даже не рельса, да? Рельсу мы будем перезаряжать, когда... Нет, ты не понимаешь. Я зачаровал тебя, да, моя смерть. Ты была зачарована. А когда найдем боеприпасы, рельсу перезарядим. Я уже пытаюсь полчаса это сказать. Поэтому в наших интересах не подбирать плохие пушки, а да чертовы с ними. Что лучше? Смотрите, у нас куча дерьмового оружия, которое мне нахер не нужно. Выкинуть его все, чтобы оно не срабатывало. Вот это вот, да? Нафиг. Я знаю, что у нас идет бонус от кольца черепашьего. Нет, что лучше, бонус или дополнительный выстрел? Я думаю, если у нас чаще будут выстрелы из рельсы вылетать, то я буду более счастлив. А если мы найдем красный пожиратель? Черт с ним, найдем красный пожиратель, значит я буду жалеть. Выкидываем все плохие оружия, все оружия, которые меня не устраивают. Чтобы они вылетали при выстрелах. Мы выкинули все пушки. Я знаю, как это выглядит. Это выглядит, что я придурок полный. Поверьте мне, я понимаю. Я буду надеяться на то, что нам будут боеприпасы выпадать. Возможно, это самая большая тупость, которую я совершал в своей жизни. Но поймите меня правильно. Во-первых, я могу все еще сделать вот так. То есть, если уж совсем будет печально, я могу в ближнем бою воевать. Ну, чего я бы предпочел избежать. Но теперь, когда у нас будет срабатывать пули шанса, будут срабатывать. У нас будет вылетать что-нибудь нормальное. Как минимум массовый дробовик или ледянка, да? А ледянка с пивом пойдет, когда дополнительно вылетает. Это не тот момент, когда надо жаловаться на свою жизнь, когда у тебя ледянка вылетает. Да, я думаю, это было более-менее решение. Если не знаю насчет там 100% правильного, но... Время покажет, как нам будут патроны выпадать. Ну тут я теперь, короче, беру нас в руки случайного... исхода. Королева случайностей, благослови меня. О, моя дорогая какашка, ты не ожидала, что у меня будет здесь против тебя очень хороший козырь под названием двойной перекат, да? Кстати, знаете что? Вот этим оружием точно надо делать так, чтобы мы стреляли всегда лазерным режимом. Обычный пулевой режим на посохе практически бесполезен. Убей всех, убей всех! Двойной перекат почти спас меня. Ну, наверное, надо было двойным перекатом перекатываться не просто по прямой линии, да? А немного более... более фигурно. Еще демон. Пока. Вот они, боеприпасы. О чем я говорил, что они у нас будут. А здоровье нигде не выпадало, к сожалению. Принцесса Амидала не выпадала. Продолжаем наши танцы. Берем рельсу, заряжаем. Бум! Не, это была не рельса. Это была не рельса. Я совершенно случайно в панике задавил этого ублюдка в углу. Я вечно забываю, что он там находится. Так. Голова, перестань. Отлично. Спасибо, голова. Ты перестала, я тебе благодарен. Двоих одним выстрелом. Хрен, одного одним выстрелом. Ну, хотя бы одного, и то неплохо. Ну, видите, вот совсем другое дело стало. Вот теперь пули шанса рулят. Вот теперь они начали уже раздавать. Теперь у нас как минимум, ну, один раз за две обоймы вылетает дополнительный выстрел. Из чего-нибудь. А чего-нибудь это у нас жирненькое. Правда, боеприпасы на это оружие уже кончились. Что меня не радует. Ладно, поехали дальше. О, привет, пацаны. Мочите друг друга, правильно. Вот это вы. И это вы правильно делаете. Так, прощай, моя хорошая подруга. Которая на самом деле не моя хорошая подруга.
Знаешь что? Лови тебе яд. О, у тебя иммунитет к яду. Понятно. Все ясно с тобой. Все ясненько. К яду иммунитет у тебя, юный падаван. Можешь есть кобру целиком. Преимущество это тебе перед Вейдером не даст, но позволит почувствовать вкус замечательного мяса кобры, которым я уже 10 лет питаюсь на этом гребаном астероиде, на который я решил сбежать почему-то после того, как уничтожили всех джедаев, вместо того, чтобы возглавить, например, повстанцев или что-нибудь такое. Нет, я лучше буду сидеть в гребаных болотах и ждать, ко мне придет Люк Скайуокер, юный падаван. Гнев ведет к ненависти. Сарказм ведет к мудачеству. Окей, все нормально. Ребята, я попрошу вас. Если вы будете бобры, я вас заморожу, и вы все умрете после этого. Как вам идея? Звучит шикарно, по-моему. Я очень не хочу на вас использовать больше боеприпас. Я вам честно признаюсь. Вот это было идеально. Просто шикарно. Молодцы. Благодарю вас. Окей. Плохо. Плохая тактическая логика была. Бежать не надо было через самый центр комнаты. Я дурак. Исправлюсь ли я? Да. Я вам гарантирую. Можете ставить на меня на следующем забеге. Последние 5 баксов. Я больше так делать не буду. На самом деле нет, я вру, конечно. Дело в том, что я уже поставил против себя. Я выиграю все ваши денежки. Обмани подписчиков. Новая рубрика на канале Варлока. Вы можете обратить внимание, что мне не о чем говорить. Что нахрен. Я чертовски медленно прохожу эти комнаты. В основном потому, что я, блин, каждую эту гребаную слизняковую хрень надо заморозить. Потом подождать, пока она разморозится. Потом выстрелить в нее. Наверное, лучше ее, блин, из стартового пистолета пилота убивать. В какую сторону? Направо. Игра. Я надеюсь очень, что направо это правильный путь. Что ты меня сейчас не обманываешь. Я прям таки чертовски надеюсь на это. Если направо окажется тупик, игра, то мы с тобой серьезно будем разговаривать сегодня. И поверь мне, ты не хочешь услышать то, что я тебе в этом разговоре скажу. Красные сердца, зачем они нам нужны, да? Правильно я говорю? Это для лохов. Настоящие мужики справляются без дропа красных сердец. Окей, переходим на дробовик. Знаете что? Я жить хочу. Я больше не хочу быть маленьким рабом своей солнечной системы. Я буду воевать. Я буду драться до конца. Так словно призрак в небесах. Двойной перекат, если бы у нас его не было, то, наверное, уже все, мы бы уже давно трупом были. Но, во всяком случае, с драконом бы так легко точно в сражении не прошло бы. Хватит ко мне подходить, стой, держись на расстоянии. Спасибо, игра. Половинка сердца, судя по всему, тактика террора подействовала. Ах, чертова игра, если бы она дропнула мне 3 брони и 5 боеприпасов. Вау, 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 Shift Steam, пошел нафиг. Ну что, у нас 2 оружия есть. Мне следует выбросить обе этих пушки, чтобы они нам не попадались. Ни та, ни другая нас не интересует. Я буду стрелять массовым дробовиком, у меня будет иногда вылетать рельса. Буду стрелять рельса, будет вылетать массовый дробовик. И то, и другое, в принципе, с пивом пойдет. На первой фазе по-любому рельса. Наверное, я чуть-чуть неправильно выстрелил тут. Короче, моя надежда на то, что двойной перекат затащит. Что я буду практически бессмертен с двойным перекатом. Пока что, я вам скажу честно, пока что не очень оправдывается надежда. Но я не унываю, я как бы позитивно настроен все еще. Это не будет недолго продолжаться, мой позитивный настрой. Ровно до того момента, как мы пропустим следующий удар. Мой дорогой лич, если бы ты предпочел не призывать больше своих гребаных ублюдков, я был бы просто счастлив. Потому что, как оказалось, у нас нет ни одного хорошего антипризывательного оружия, как я их теперь называю. В
Подразумеваю я под этим, конечно, оружие с массовым поражением. Ну, либо с более-менее массовым, да? Вообще ни одного. Но двойной перекат все еще тащит. Только за счет двойного переката я сейчас жив. Я такие маневры бы никогда в жизни не смог бы выполнять раньше. О, первая фаза готова. Ни разу я не переочковал. Ни разу я тут не вспотел, нахрен. Ладно, ладно, все нормально. Только что пустышек нету. Блин, он сейчас меня... Нет, тихо, все будет нормально. Тихо. Варлок. Тихо. Сидеть. Спокойно, без паники. Все. Сосредоточься, стреляй, уклоняйся. Базовые навыки. Стрельба, уклонение, стрельба, уклонение. С двойным перекатом. Господи, боже мой. Его атаки просто легкотня с двойным перекатом. Смотри, оп-оп, двойной перекат. Оп-оп, двойной перекат. Все, он лошара. Он вообще тебе ничего сделать не может. Оп-оп, двойной перекат. Молодец, красота. Оп-оп, двойной перекат и все такое, да? Тупо в два раза дальше дальность переката у нас. Я могу полностью через его атаку перекатываться. Даже вот здесь, наверное, я мог бы попробовать использовать двойной перекат, но не стану. Да, к некоторым атакам на второй фазе мы тупо иммунны. Но вот это и нет. Это все еще может нас повредить вполне, но я как кузнечик из стороны в сторону скакал там. Что, в принципе, меня радует. Намного мы медленнее убиваем его, чем я хотел бы, блин. Прямо уже такое впечатление, что 5000 лет прошло. С того момента, как я впервые открыл этот гребаный клуб для волшебников. И мы тут все сидим, долбанные ублюдки, и ждем, когда нам придет письмо из Хогвартса. Пожалуйста. Лич. Если ты будешь так добр ко мне, я попрошу тебя откинуть коньки. О, боже мой. Вау. Мамочка. Еще третья фаза. У меня налокотники упали. У меня старый свитер привязан к налокотникам на стуле, чтобы мне было мягко сидеть. И комфортно. И он у меня упал, Лич. Все из-за тебя. У меня АЗ упало. Понял? Вот тебе шутки про подводников. Не очень шутка. Про АЗ упало. Это очень страшно, Варлок. Если ты не знаешь, то это когда реактор неисправен, и это может привести к катастрофе. Черт! Я был так близок к победе. Я уже чувствовал ее. Вкус. И цвет. Двойной перекат тут вот на третьей фазе оказался далеко не так полезен. Учитывая, что я его использовал. Немножко не... Одна пустышка. Была бы у нас одна пустышка. И все. Все было бы просто прекрасно. Вот одна пустышка бы сейчас, и мы бы его убили. Я уверен в этом. Но... Собственно, кто сам виноват? Кто пустышку использовал в комнате, да? М? На тебя смотрю, Варлок. Ну ладно, знаете что? Забег был очень интересный. Не очень победный, но очень интересный. И это, в принципе, главное. Я надеюсь, знаете, вам понравилось это видео. Я надеюсь. И если это так, то нажмите, пожалуйста, кнопку лайк внизу под видео. Это очень помогает. Хотите смотреть продолжение, конечно, подписывайтесь на мой канал. И вы можете еще нажать на видео посередине экрана. Оно довольно интересное. Можете посмотреть его. И знаете что? Я благодарю вас за просмотр. Мы увидимся обязательно в следующий раз.